Борис Аркадьевич, вы уверены в выступлении своего конкурсанта? Я абсолютно уверен. Я даже больше, чем уверен. Я знаю, что это будет хорошо. Сережа поет песню «Звездочка моя ясная». Ой, какая песня хорошая. Да. Это моя любимая песня, кстати. И моя тоже. Но кстати, очень сложная, я не знаю, как это. Да, ну я думаю, что он справится. Действительно, мы не готовились, мы только обсуждали по телефону, как там мы видим дела, эту историю, да. Но еще раз говорю, я в нем уверен. Я уверен, что он готовился серьезно. Как получится, сейчас посмотрим. Очень рад, что это понравилось членам жюри, хоть и не всем, но большинству. Ты, брат, артист! Заметил кричание, я заметил кривляние. Я на сцене пытаюсь сделать шоу. Эта любовь у него будет со сцены взаимно. Это самое главное для артиста. После ее слов одобрения у меня просто вырастают крылья. Я готов покорять все, что можно. Ему надо сейчас твердо быть артистом раз. И надо, конечно, срочно начинать готовить свой репертуар. Здесь я работаю, эти стены помогают мне добиться успеха. Я люблю хорошо одеваться и помогаю это делать другим людям. Поэтому мне очень приятно. Сергей Савин. Разные, а моя одна навека. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Облако тебя трогает, хочет от меня закрыть. Чистая моя, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Тебя я не бог, крылья говорят мне те, мне нельзя к тебе на небо, прилететь. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвоем проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать, что жить на земле, а не то, что жить на земле.
Сергей, замечательное исполнение. Не правда ли? Чего ты, чего? Что-то не получилось? Все получилось на 150. На 150? По какой шкале? Из 150. По Савинской шкале. Молодец. Молодец, Сереж. Сергей Савин. Спасибо, друзья, спасибо. Дорогие телезрители, Сергей Савин только что спел для вас. Не останьтесь перед ним в долгу, поддержите его, отправляйте смс с цифрой 03 на номер 1819 или звоните по телефону 8 803 333 4903. Сергей Савин! Спасибо!